Молодые люди познают патриотизм. Второй год подряд в Автограде на площадке набережной Нового города проводится фестиваль «Купол». Мероприятие, тематика которого военно-спортивная, несет в себе решение сразу нескольких задач. Одна из них – это патриотическое воспитание нашей молодежи. Ведь название фестиваля весьма символично и имеет непосредственное отношение к десантным войскам. Была мысль объединить военно-патриотические спортивные организации города для того, чтобы население города, молодежь развивалась, видела, что происходит на площадках спортивного города. Ну а в этом году мы расширились, было предложено вести экстремальные виды спорта и пригласить областные организации, рок-группы фестиваля провести на более высоком уровне. Кроме того, «Купол» нацелен на знакомство и объединение многих направлений, которым не чужды понятия здорового, а также активного образа жизни. Это спортивные школы, клубы, федерации по разным видам спорта. Например, армейский рукопашный бой, карате, капоэйра, кикбоксинг, паркур и другие. Где как не здесь представители могут пообщаться друг с другом, наладить сотрудничество, посмотреть, чем живут коллеги по спорту. Ну, хотелось, чтобы это мероприятие перешло уже в постоянную вещь, которая будет звучать не только в этом городе, но и во всей области, и во всей стране. Чтобы к нам приезжали люди не только областные там, или наши городские какие-то мероприятия проводились на этом уровне, а чтобы просто приезжали посмотреть, какой у нас город, что, какие у нас люди, что мы можем что-то в этом городе сделать. Программа ежегодного фестиваля «Купол» очень насыщенная. В центре площадки установлена главная сцена. Здесь проводилось торжественное открытие. Выступали организаторы действа, представители Союза десантников, рок-музыканты, девушки из областной федерации черлидинга. Перед сценой были организованы показательные выступления. Жители города и области могли воочию ознакомиться с особенностями многочисленных видов спорта, от фехтования до кикбоксинга. Здесь же презентовали себя бегавелоклуб «Маленькие звезды», военно-патриотические клубы. Клуб «Крылатая гвардия», военно-патриотический клуб «РАД», Тольяттинский, экономико-технологический колледж, военно-патриотический клуб «Экспедиция подводных разведывателей», общество «Нимфон-Про», патриоты, военно-исторический клуб. Второй фестиваль «Купол» запомнился тем, что у нас было очень много нового и интересного. Еще запомнился хорошей жаркой погодой, которая второй год нас радует. И, честно говоря, вот даже некоторые зрители, те, кто пришли, брали интервью, подходили. Как вы добились такой погоды? Как, где заказ сделали? То есть погода была хорошая, все радовались. Из-за этого у всех был позитив, несмотря на жару. То есть вот как-то так. Участники фестиваля стойко переносили 30-градусную жару и выкладывались по полной. После показательных выступлений каждая команда отправлялась на свою площадку. Многие федерации в этот день проводили какие-либо соревнования. Неподдельный интерес вызвало и появление мотоклуба «Фантом МС». Его руководство неравнодушно к будущему и настоящему молодого поколения. Всегда откликается на приглашение принять участие в подобных праздниках. Лично мое и моего мотоклуба, там очень много детей, мы видим, маленьких ребятишек, которые стремятся к спорту, вот именно к боевому, к мужским видам спорта. И нам это очень нравится, и мы сами занимаемся спортом. И поэтому вот как-то сложилось, что мы тут вместе все с этими ребятами, с организаторами. Прошедший 29 мая второй военно-спортивный фестиваль «Купол» останется в памяти его участников надолго. Организаторы масштабного праздника уже вынашивают идеи о том, как провести следующий фестиваль. Второй «Купол» прошел лучше, чем ожидалось даже, потому что изначально идея была создать фестиваль для участников. В этом году мы пригласили уже гостей на набережную Автозаводского района. Это культовое место там под Пятаком. Вот. В следующем году мы посмотрели, участников все больше и больше. Нам звонят с области, звонят с других городов Поволжья. А где, чего, как участвовать. В общем, в следующем году мы, наверное, удивим. Пустимся в фестиваль-марафон уже двух-трехдневный вот так вот. Расслабляй.